Для приготовления горохового супа нам понадобится вода или бульон 5 литров, 1 стакан гороха, 400 грамм копченой колбасы, картофель 5 штук, 1 луковица, 1 морковь, 2 столовых ложки растительного масла, 1 чайная ложка куркумы, 1 головка чеснока, 1 столовая ложка соли, пучок укропа, лавровый лист 3 штуки. Горох промыть и замочить на ночь. На следующий день слить воду и поставить вариться на 1 час. Картофель нарезать кубиками. Лук нарезать маленькими кубиками и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Морковь нарезать мелкой соломкой. Когда горох сварится, добавляем к нему картофель. Морковь добавляем к луку и обжариваем. Колбасу нарезаем мелкими кубиками. Добавляем к луку и моркови. Все обжариваем. Обжаренный лук, морковь, колбасу добавляем к варящимся картофелю и гороху. Добавляем 3 листочка лаврового листа, соль и все перемешиваем. Нарезаем мелкими кубиками чеснок. Добавляем к нему 1 чайную ложку куркумы. Чеснок с куркумой добавляем в варящийся суп. Нарезаем укроп.
и добавляем в суп. Как только картофель сварится, суп готов. Приятного аппетита!